жрать хочу, пипец просто вообще. А как же ваша шаурма возле дома? Ну, блин, это же надо. Я же спешил, времени-то мало, сегодня все быстренько надо сделать. И это что-то... А знаешь, бывает, вот это, наверное, такое могут ощущать люди, у которых какой-нибудь там, наверное, сахарный диабет или что-нибудь такое плохое, совсем ужасное, когда тебе вот в какой-то момент ты вроде как бы не голодный, но у тебя в какой-то момент так подкатывает прям, тебе как-то вот становится прям плохо, так не по себе, как будто тебя, не знаю, очень сложно описать чувство. Это и не тошнота какая-то, и не... Просто какая-то... Вот тебе моментально плохо становится, будто горло сдавили. И вот в последнее время как-то часто стал таким страдать. Наверное, это, не знаю, что это, ожирение, что там еще. Какие у меня еще есть... Может, вам провериться, с куда-нибудь сходить, я не знаю. Ну вот, да, мои отношения с врачами. Ну, короче, блин, и что-то сейчас ехал прям как раз. Еще так благо, знаешь, почти без пробок, как-то очень быстро все получилось. Типа там туда-сюда, быстро что-то раз-раз-раз, так вроде как хорошо. И что-то в середине пути осознал, что очень-очень хочется. Прям вообще. Поэтому давай, как у нас и так мало времени. Сегодня, к сожалению, наши уважаемые радиослушатели, которые любят слушать по 4 часа нашу болтовню, они, к сожалению, сегодня, конечно, обломаются. Но, возможно, порадуются те, кому достаточно минут 40, там, часу 55 минут. Часу 55 минут. Отлично. Да, ну как там, 15-5, 35 минут, 5. Если бы мы знали, что это, но мы не знаем, что это. Да. Но надо, на самом деле, надо с чего-то начать, поэтому я думаю, что нам нужно выбрать какую-нибудь тему такую, знаешь, для погода? Старт. Но это слишком банально. Я предлагаю погода в Петербурге. Поговорить. Смотри, есть фетишизм. Ага, хорошо. Есть букинизм. Есть какой-нибудь автоспорт любительский, но у меня темы закончились. Ну, давай пойдем вместе, логическим путем. В автоспорте мы не разбираемся? Абсолютно. В букинизме якобы книги не коллекционирую. Угу. Бук — это же книга. Я же правильно понимаю? Да. Ну и еще дерево. Бук. А. То есть в ценных породах деревьев ты тоже не очень. Я не силен. Откуда мне? А я вот, я чем ближе, старее становлюсь, тем у меня все больше как раз, вот знаешь, как-то руками вот что-то к дереву очень прикипел, знаешь, как странно звучит. Вы то еще бревно, я понимаю. Ну вот, и мне прям вот, я в последнее время как-то вот, для меня какая-то деревообработка, вот это все, оно прям, я покупаю себе всякий инструмент поскольку, как могу уже там. Сконструировали какой-нибудь скворечник, может быть, табурет? Нет, я сейчас специализируюсь, у меня ближе к своему, все ближе к жралу, поэтому я все специализируюсь. Сейчас вот приступил к изготовлению странного вида всяких вот, типа, таких сервировочных досок. Ну, типа того, да, сервировочные доски, там, или, знаешь, какие-то на них резать что-то, что-то такое, вот потихонечку. Молодец. Так вот, да, мы отвлеклись немножечко. Ну, короче, остается фетишизм. Я предлагаю с него начать, да. Ну, какой у вас есть фетиш? Мне нравится... Это диванный подкаст. Здесь шумят моторы. Привет, друзья, мальчики, девочки, мужчины, женщины, сэры, сеньоры и кто там нас еще обычно слушает. Это, как всегда, диванный подкаст. Тимур Евгеньевич. Здравствуйте, Илья. Александрович, Илья Александрович, да, когда-нибудь тоже он запомнит, конечно. Как всегда, пытаемся хоть чуть-чуть поговорить про гонки, но в основном болтаем о всякой ерунде. И, как вы поняли уже, сегодня будем начинать с фетишизма. Фетишизм — дело такое. Особенно если он, как говорится, спортивный какой-то, автомобильно-автоспортивный, гоночный. Многие из нас этим страдают, я знаю, знаешь, хранят всякие там билетики на какие-то соревнования, какие-то там наклеечки, а кто-то там дальше заходит. В общем, мне кажется, я сегодня пробил планку фетишизма. Так. Потому что сейчас заезжал на почту по простой причине, понимаешь, я приобрел вот такую штуку. Угу. Комбинезон. Да, детский. Это... вот да, весь прикол в том, что это, значит, комбинезон Скудерии Феррари. Так, да, вижу. Судя по его... Сантандер, это еще времен Алонсо. Вот да, я хотел сказать, что это, скорее всего, что-то типа вот из тех, какие-нибудь года там 2010-е. И Понятно, что я не похож на мальчика 3-4 лет. Я почему-то не понял, вообще. Случайно наткнувшись, значит, на одной из там, условно говоря, интернет-барахолок на это дело, я подумал, а что бы не купить, тем более недорого. Вот. И сейчас вот на почту заезжали, и жене говорю, что она говорит, что там? Что я говорю, ну, это, ну, как бы, ну, хочешь, посмотри, я говорю, ну, это, ну, как бы, говорит, что там, футболок опять накупил? Я такой, да не, я так, ну, как бы, типа, сейчас звучит как каблук, но на самом деле так и есть. Нет, шучу, вот, и, типа, она как, я говорю, не, хуже. Такая, типа, в смысле, кепки, что ли? А у нее такое, знаешь, ну, у меня, во-первых, в принципе, кепки не очень-то идут, это все знают. Но у меня какая-то небольшая, такая микроколлекция, естественно, там каких-то спортивных кепок есть, но я, как бы, по ним вообще пока не угораю, я до этого не дошел, хотя они есть, как бы, ну, где-то там вот, как бы, занимают какие-то места там. И я такой, типа, ну, нет, не настолько, но все равно хуже. Такая, ну, что, не знаю, эротическое белье, в конце концов. Я такой, да нет, ну, хоть посмотри. Значит, открывает, а там вот это. Конечно, сказал, да, что я совсем с ума сошел. Я говорю, ну, в принципе, срочно требуется свежий ребенок 3-4 лет. У меня есть дочь 4 лет. Буквально вот да? В январе будет 3 года, могу дать. Высылай, да. Вот. Почтой? Да, ну, и как бы он такая говорит, ну, типа, так быстро-то не получится, не уносит только усыновить. И я подумал, что интересная идея. Ты неожиданно сразу такой раз, у тебя появляется новый ребенок. Слушай, зато, слушай, никаких проблем вот этих вот, да? Вот это не это спать по ночам, вот это вот. Первые вот эти вот месяцы, это же кошмар, ужас. Ну, всех по-разному, знаешь, не все как бы не спят. Но не суть. Прикол в чем, что ты такой, знаешь, неожиданно для всех своих друзей, знакомых выкладываешь какую-нибудь фотографию, там, условно говоря, в Инстаграм, где у тебя сразу же уже готовый свежий ребенок. И при этом он сразу как бы выглядит как фанат Скудерии Феррари. То есть прям с детства шибанутый, знаешь, типа, все понятно. Они такие смотрят, такие, все смотрят, такие, ну, понятно, да, тяжелая судьба у человека. Вот, уже с таких малых лет уже родился прям. Мало того, что родился человек, так он еще и сразу в комбинезоне родился, в красном. Да, и сразу 3 лет, и сразу в комбинезоне. Слушай, удобно. Короче, удобно. Вот, так что... Что касается фетиша, видишь, докуда дошел. То есть я-то, естественно, знаешь, это была вот, ну, отметая уже весь юмор, это была такая ступенька, я вижу, типа, комбинезон Феррари, типа, думаю, что за фигня, кто-то, типа, купил обычный комбез и, типа, там, как-то его, значит, оформил, потом смотрю, нет, вроде как, а потом ниже-то читаю, детский, я такой, слушай, да пофигу, уже загорелся. Official мерч или... Да, абсолютно official, сейчас найду бирочку. АСМР подкаст у нас. Да, я так и понял. Ты не то расстегиваешь, подожди. Вот, смотри. Феррари написано по-русски с одной «Р». Понял, настоящее. Ну вот, да. Да. Made in Узбекистан. Хорошая вещь, надо брать. Типа того, да. По словам продавца, покупался в Абу-Даби в официальном магазине. Вот откуда это. Все понятно. Там такого много, да. Все правильно. Ну, короче, я потом подумал, что, во-первых, можно на стенку прибить, во-вторых, можно использовать в качестве... костюм. Во-вторых, использовать в качестве реквизит какого-то, а в-третьих, можно сделать какую-то куклу, знаешь, с конячей головой и таскать с собой, например, в следующем году в Сочи. Вату напихать какую-нибудь там полиэтилен, там что-нибудь. Ну, короче, если не найдется свежий ребенок 3-4 лет, то получится неплохой реквизит, подумал я. Вот. На этом фетиш гоночный вроде как на этой неделе закончен абсолютно. На жену не налезет? Ну, она у меня, конечно, миниатюрная, но не настолько. Okay. Все-таки, типа, знаешь, как-то годы берут свое, немножечко распирает человек тоже, понимаешь? Мы очень надеемся, что жена Ильи слушает наш подкаст. Не, она в прекрасной форме. Я знаю, я же видел твою жену. Вот, ты ее видел еще зимой, понимаешь? Ну и что теперь? Летом стало еще лучше, апгрейдили немного. Заманчиво, вот. Заманчиво. Так, все, хватит уже. Это, знаешь, мы сейчас дойдем. Сейчас дошутится кто-то, и сегодня останется окончательно без ужина. Вот. Мне надо еще успеть сегодня поесть. Хорошо тебя. Я, видишь, я даже... Я сухорочу, во-первых, понимаешь, на сухую сижу мне тут. Потому что нужно уже брать... Сухорочу? Ну, сухоротить, если... Я где-то слышал, оно мне понравилось очень. Буду, как говорится, сидеть сухоротить. Когда приезжаешь куда-то на вечеринку, а, например, за рулем, а все пьют, а ты не можешь. Или, например, в бар пришел, как идиот один сидишь, все веселятся, а у тебя какая-то причина, и ты вот, как бы, максимум, что можешь позволить себе, это чай попить. А я даже без чая сегодня... Я говорю, вскочил сразу, все, просто только переоделся. Может, ты сходишь, воды нальешь? себе? Сразу сюда. Нет, я буду злой, коварный, с отвратительным чувством юмора. Буду сегодня весь подкаст именно в таком ключе проводить. Ну, понятно, то есть ничего не поменяется. В общем-то, да. У тебя что-то с фетишем было на этой неделе? Я бы не хотел об этом рассказывать. Отлично. Это не очень из гоночного мира, да? Ну, в каком-то роде гонки, конечно. Сейчас как будто бы интервью с Паниным посмотрел. Свежее, значит. Насчет фетиша... Да нет. Только себе как раз в корзину накидал там разных всяких май гоночных. Пока еще не выкупил, надо будет это. Надо будет притариться. А то я просто на днях перебирал свой гардероб и понял, что у меня уже где-то что-то подзастиралось, где-то что-то уже можно подвыкинуть. И, короче говоря, что-то как-то прорядить. То, что у меня, наверное, по-моему, дело было весной или зимой. Я задался вопросом, а сколько у меня маек? Ну, я люблю майки. То есть, я вот на работу, я не ношу там рубашки, ну, очень редко. У меня официальная одежда как бы... Только клерки носят рубашки. Ну ладно, есть модные рубашки, ну, окей, да, знаешь, да. Такие прям. Я такие люблю носить. Но вот эта, которая классическая, строгая, я с большим недоверием к этим людям сразу отношусь. Я такой, так подождите. Вот, я, короче, пересчитал свои майки, у меня получилось 37 майк. Подожди, сейчас, чтобы понятно было, в моем понятии майка... Это вот как майка-алкоголичка. Прости, футболка. С такими лямками, да. Ти-шерт, футболка. Ну, с таким, да. С квадратным рукавом, вот да, здесь да, обычно да. Таким. Я перечитал, потому что у них 37 штук, и так порадовался тогда. А что-то как-то то ли все они быстро были закуплены в один момент, то ли что. Короче, они как-то резко все померли. Ну, там, подзастирались, где-то рисунок уже подвалился. Я смотрю, у меня сейчас... Ну, сюда соусом капнул, тут сопелька упала. Да-да-да, там слезами все вытер уже как бы. Тоже что-то подсело от слез, от соленых. Короче говоря, майк у меня гоночных осталось мало. Надо подтарить. Но тут надо понимать, что уважающий себя такой, ну, долбозвон, как мы, он как бы не носит обычные какие-то футболки. То есть очень сложно. У меня на самом деле вот в ближнем окружении тоже есть куча людей, и я иногда ловлю себя на мысли, что я никогда этих людей не видел в каких-либо одеждах, кроме того, чтобы они хоть как-то были связаны с гонками, со скоростью, с машинами или с чем-то таким. То есть люди каждый раз, часто в новом, но тем не менее в разных вот этих одеждах, то есть вот всегда какой-то элемент вот этого вот каких-то гонок, каких-то там машин, что-то такого присутствует. То есть, условно, знаешь, как вот эта футболка с какими-то надписями там, или просто какая, их нет такого. Которые, знаешь, мартышки придумывают в подвалах, которые сидят и выкрикивают случайные вот эти слова. Нет, то есть обязательно что-то. И такой, да, действительно. И вот иногда от этого действительно страдаешь, потому что ты, как обычно, собираешься в попыхах, быстро залетаешь, значит, туда вот там условно шкаф или что там у тебя, какая-то тумбочка или где-то все лежит, значит, ты смотришь туда, а там, например, нет ничего того, и ты такой, я не могу позволить себе надеть, не знаю, там, футболку с надписью «Берлин» там, и потому что я не такой, у меня должна быть как, ну, хочу машинку, вот, и все это такое, вот, и вот, и, короче, я понимаю, о чем ты говоришь, поэтому, да, я периодически тоже так причем, то есть, надо такой... понимать, что это не какой-то официальный мерч, там, да, то есть, там, какие-то вот командные майки и так далее. То есть, ну, так или иначе, автотематика, тематика какого-то автоспорта, профессионального, непрофессионального. У меня там есть, кстати, вот у меня 3 майки, вот удивительно на самом деле. Вот у меня 3 майки куплены были за один раз. Я нашел их в магазине «Твое». Ну вот, казалось бы, ну это прям обычный магаз, ну в котором... А бывает такое, ну, бывает. 3 майки. Вот я сейчас просто быстренько, 5 секунд мне дайте, пожалуйста. На одном схематично нарисована половина машины, ну задняя часть машины... Какого-то лотуса старого. Я даже разбирал и находил какого-то, то есть, ну, какого-то формульного болида. То есть, откуда в твою взялась схематичная вот эта вот майка с лотусом, там, какой-нибудь 62-м. Одна майка с Монцей и одна майка с Монако. Вот куплены в магазине «Твое» там за какие-то там 300-400 рублей. Такой, это был лучший день моей жизни, можно сказать. В этом плане раньше было прикольно, есть такие еще эти, как они называются, ну, типа универмаги, там, это фамилия, короче, которые, типа, как будто бы там... Ну, типа дисконты, не дисконты, ну, там вообще типа, все продается. Да, ну, не суть, да, там вообще все, и вот одно время можно... Сейчас вот, к сожалению, во-первых, ну, редко бываю, а во-вторых, как-то, ну, каждый раз пробегаюсь, и, в принципе, футболок не так много вижу, а раньше часто натыкался тоже, и было куплено несколько, в том числе, да, чуть ли тоже, кстати, не Скудерия Феррари, то есть пумовская, как какая-то коллекция, которая типа была с закосом под, ну, что-то формульное, и там типа был значок, например, Ferrari, и одна из них была Кими Райкконен, при этом там был какой-то тоже, знаешь, типа непонятный какой-то номер, какой-то вот, ну, там просто Кими Райкконен и какой-то номер, вот, и это сзади было написано, а спереди была какая-то тоже, типа, условно говоря, финский флаг, но при этом там была нарисована какая-то трасса, которую я так и не нашел, типа, ну, настоящий какой-то, вот, но, типа, как-то вот куда-то вот так вот, а вторая была, она была белого цвета, и, соответственно, с синими надписями, типа, получалось реально такой, как финский флаг, а вторая была... желтая, такая ближе, ну, такая желтая, да, прям желтая-желтая. Она была типа Филипе Масса, и там типа сзади было написано Масса, спереди тоже был значок Феррари, и тоже на груди, ну, точнее, так, практически со все туловище, какая-то тоже типа какая-то трасса, схематично нарисована, флаг Бразилии, но при этом это тоже никакая, ну, ни к чему не относящаяся, значит, гоночная трасса, но как-то вот забавно. И что-то еще я там находил, то есть частенько можно было действительно найти какие-то вот такие неофициальный мерч, но какие-то окологоночные штуки. Поэтому случается, бывает такое. Это типа, ну, тут видишь, да, если те там хотя бы, ладно, какой-то сток там с магазинов, то в каком-нибудь условном, как ты называешь, там, твое, мое, твое, не понимает. Блин, какой-то, знаешь, этот самый дизайнер где-то там сидел, что-то придумал, накидал, скинул там, он решил, о, давайте автотематика возьмем заодно, как бы. Они же там подряд все печатают. Поэтому, да, можно везде найти. В том числе мы не раз с тобой говорили, что там на том же Алиэкспрессе можно найти какие-нибудь интересные футболки с различными принтами. Ну, а кто как бы может чуть-чуть больше, это не так тоже сложно, делаешь свой принт, и сейчас куча вообще этих самых контор, которые занимаются печатью на футболках, и ты туда отправляешь заказ. Я, например, в те же деньги, там где-нибудь там в районе 1000. Я делал, да, на подарок майку, там сам рисовал принт небольшой, что-то 1400-1500, но зато как бы у вас уникальнейшая вещь, то есть это вообще, ну, один экземпляр, ни у кого такого больше не будет. Что можно всегда сделать что-то очень прикольное. Ну что, мой друг, погнали? Про мерч, в смысле, про фетиш на этом мы закончили. Да, да, конечно. Всем хороших, модных, и веселых и классных футболок, маек, что там еще? Шоппинга. Капюшонок и прочего. Фетиш. Чем вы увлекаетесь, тем и увлекаетесь. Я же говорю, я даже марки нашел. Марки, понимаешь, насколько, да, вот это отдельная тема, казалось бы, вот этот филателизм. Но реально много объявлений, и типа ты ищешь там что-то с Формулой-1 связанное, много объявлений, и там прям марки разных годов, с разными пилотами, с разными трассами. То есть даже здесь можно вообще отдельное направление прям открыть этого самого. Перейдем к букинизму тогда, что же делать? Ну, давайте букинизм зацепим. Я просто тут вспомнил, что-то давно у нас не было выхода никаких книг. Помнишь, по-моему, прошлый год был ознаменован тем, что... Был просто капец какой-то. Я потратил столько денег на книги, что я никогда столько в жизни просто не тратил на книги. Это и они просто... все выходили, и причем у меня еще 4, наверное, стоит непрочитанные. То есть реально у меня просто тупо времени не хватает, что вот надо собраться. Там у меня, я даже не помню, у меня Нифон там еще не прочитанная стоит, то есть я там пролистал, конечно, там что-то посмотрел, да, и прикольно. И вот 4-5 книг у меня дальше стоят прям, можно так еще хрустящую обложечку так раскрыть, и пахнет типографской краской. А я тут как раз просто что-то повадился на метро кататься в последнее время, и... Ну, ты же БМВшник. Чего ты удивляешься? Забавно. Вот, и, короче, что-то такое, знаешь, ну, в ФПХ, думаю, блин, надоело там что-то слушать, тем более все прослушано, там все подкасты, которые хотел, там музыка надоела, наслушался, думаю, надо почитать, давно не читал. И такое что-то в ППХ надо было что-то схватить с полки, и, значит, первый попавшийся, причем не очень хотел, я не помню, мы обсуждали или нет, в прошлом году я, по-моему, покупал, есть такая довольно очень старая литература, окологоночная, ну, точнее, как оказалось, прям, ну, точнее, она и должна была быть прямо гоночная, но я немножко другого мнения не был, это, соответственно, за российским автором и российского же издания, вообще, я даже не знаю, когда было первое издание, но я помню, что я пытался, значит, эту книжку найти, и ну, в таком в первоначальном издании, но они уже были как бы, сложно было отыскать, то есть где-то там осели у всех на полках, там, знаешь, в старом таком переплете, соответственно, назывался она «Трамплин полет» Олега Богданова, вот, и, ну, примерно там что-то где-то зная, причем Первый раз я не услышал, когда еще там жестко увлекался ралли, так вообще с головой. И все хотел прочитать. И как-то все откладывал. И тут вот в прошлом году, по-моему, или там 2 года назад случилось переиздание. Вот ее там выпустили. Она такая новая, свежая, вся блестит. Может быть, даже там чем-то дополнена. И я опять-таки все откладывал прочтение, потому что был уверен, знаешь, что это будет вот, ну, может быть, и интересно. Но, опять-таки, да, когда сам гонщик пишет, он может писать как бы, ну, не всегда прям вот красиво, то есть это может быть довольно скучное какое-то чтиво. А во-вторых, я понимал, что если это как бы гонка про такие классические ралли каких-то там старых времен, там 70-х и так далее, там, может быть, еще до этого, то это будет такое вот, ну, не самое такое интересное, потому что, как мы все прекрасно понимаем, это были такие вот эти вот ралли, которые сейчас просто можно назвать перегоном. Все куда-то очень долго-долго-долго ехали, много тысяч километров, что-то там мучились, что-то там делали, при этом все тоже называли гонками и ралли, и как-то вот, ну, и понимаешь, что вот все эти там бесконечные какие-то перегоны, что это, ну, в общем, да, оказалось, нет, абсолютно. И я так себя, конечно, поругал, что не открыл это намного раньше, потому что с самого начала начинается даже вообще с кольцевых гонок. Таких вот советских, хороших, настоящих кольцевых гонок, вот с этими историями, когда надо собрать машину там за 2 недели, когда надо по всему городу искать запчасти, когда кругом есть золотые руки, которых нужно обязательно попросить, и они будут с тобой там неделю по ночам, значит, собирать двигатель, там, собирать, не знаю, варить каркас и так далее. Ну, короче, все это очень интересно, там детально описаны какие-то гонки, когда там, знаешь, вот так, что чувствует пилот там во время, как он думает, как он борется и так далее. Короче, меня захватило просто полностью, я там первые 90 страниц какой-то захлеб прочитал, потом еще, сейчас уже там ближе за середину перевалил, там уже как раз мы все-таки дошли до ралли, но все равно это все какое-то вот вокруг каких-то баек гоночных, вокруг какого-то вот такого, ну, прям такая жизнь, ты понимаешь, что жизнь была яркая, интересная, какая-то философия при этом добавляется, ну, в общем, я прям такой, блин, очень круто, не знаю, можно ли сейчас ее как-то достать, опять-таки, в свободной продаже, потому что, конечно, обычно такие книги очень быстро раскупаются, но если кому-то интересно, ищите. Вот «Трамплин полета» она называется. И я, конечно, сейчас очень хочу по случаю... Ну, я периодически их так делаю, знаешь, на том же Авито заходишь и там раз в полгода пересматриваешь, как бы, чего есть, чего нет, ну, чтобы найти какие-то вещи, которые, может быть, нет-нет, да всплывут. И вот в том числе, конечно, очень хочется как-нибудь в оригинале, в старом издании найти, знаешь, такую потрепанную, хорошую, но вот, может быть, когда-нибудь. Так что ищите, если, как бы, интересует подобная тематика, я прям вот неистово рекомендую, потому что, повторюсь, думал, что будет скучная фигня про то, как кто-то куда-то там в соседнюю деревню едет, а по факту прям, блин, такое, прям настоящее. То есть ты при том, что ты немножко понимаешь, о чем пишется, да, и для тебя это прям вообще, ты, ну, понимаешь, насколько это круто, какие-то переживания, и что там люди делают, и как бы... И при этом написано очень классно, то есть прям вот слог хороший, и такое, она прям художественная книга получается, несмотря на то, что вроде как документальная. Так что вот, прикольно. Такое открытие. Прикольно. Открытие прошлой недели. Я не знал, да, что у нас такие какие-то книги были похожие, подобные, вернее. Да полно, полно. Я тебе потом, если хочешь, подборку именно по русским сделаю. Давай. Их как бы почитаю, вообще посмотрю, огромное количество. Плюс еще есть большое количество, я в свое время, по-моему, старался скупить все. Книги из серии, знаешь, как бы... про гонки, ну, типа, художественная литература какая-то, плюс-минус про гонки там, все, что может быть. И тоже, как оказалось, не помню, на каком-то форуме наткнулся, там прям целый список был, я по этому списку пробежался, и все, что на тот момент было, все смог купить, даже что-то было прям вот в магазинах там, из серии, что, ну, заказал новую там, да, то есть не надо было даже ни на каких авитах искать. Понятно, что да, старые, конечно, советскую литературу и про гонки, про автоспорт, ну, довольно трудно отыскать, это все-таки уже, да, это какие-то барахолки, это какая-то, ну, Авито скорее, потому что в магазинах никто это никогда пересдавать не будет. У меня есть там несколько справочников, знаешь, там из серии, там, какие где гонки там проводились, что там было, сколько соревнований в году и так далее. Так что, в общем, да, кто ищет, тот всегда найдет, но вот такое небольшое еще лирическое отступление по поводу литературы, букинизма какие-то. Все, как мы и планировали с тобой за эфиром. Сейчас 5 минут быстро поговорим на какую-нибудь херню и начнем про Турцию. Про Турцию будем начинать или нет? Шашлык, кебаб. Но я хотел еще одно рассказать, давай, небольшое происшествие, которое со мной случилось, а потом... поговорим. Я никуда не тороплюсь. Перейдем. Последняя заявленная тема. Как-то окололюбительский автоспорт и клубные движения. Так, давай. Вот, да, пост не проплачен, к сожалению, хотя могли бы хотя бы скидку дать. Но я тогда не буду названий никаких говорить. Ха-ха-ха. Хотя ладно, шучу, мы ни о чем не договаривались. Я просто, ну, хочется поделиться радостью, с ребятами в чатике уже делился. Посчастливилось мне на прошлой неделе покататься на шорткате. Я тебе искренне завидую. Я помню, ты делился впечатлениями, да. Я очень тебе завидую. Нереально просто. Я прям, да, это вот, я что-то сейчас понял, что у меня что-то Инстаграм вообще завял, потому что я там за последние несколько недель ничего не писал, хотя тут вроде в Сочи съездил. У меня вообще такой, знаешь, начались какие-то недели эмоционального подъема. Сочи меня прям очень сильно взбодрило. Вот, и тут вот на прошлой неделе еще и шорткат добавился, и ты такой, блин, я еще давно нигде не гонялся, а тут прям вообще... У тебя были тесты какие-то просто там, или... Да, условно, ну... Да не-не-не-не, ну да, трек-день, на трек-день съездили, и... Как бы, знаешь, этой серии я такой, блин, надо что-то, короче, надо сесть и кучу историй рассказать хотя бы там, знаешь, в тексте, надо как-то это выложить. Вот, я про себя подумал, что абсолютная глупость была не поездить, конечно, на шорткате по Егоре. Но я, по крайней мере, по Егоре ездил на своей машине, и как бы ничего страшного. Но при этом тут что-то, знаешь, вот это последние классные теплые деньки осени. И вот собираются ребята такой, типа, клубной движухой. У нас есть в Петербурге небольшая компания, у них несколько машин, и они сдают их в аренду, в том числе там и на РСКГ, и, конечно же, просто ну, вот... давай тогда, какая цена вопроса, если ты знаешь, просвети, ну, может, кому интересно будет. Мне вот интересно, я с удовольствием бы катанул. Приезжайте в Петербург. Я понял, цена-то какая-то. Короче, Лаптайм.ру они называются, заходите, смотрите. Вот, хорошо. Там, по идее, по-моему, все на сайте. Я сейчас не помню, сколько это конкретно стоит. На сайте, по-моему, все есть, плюс-минус. Вот. Вообще у ребят неплохая идея. Они хотят создать такую прям, знаешь, окологоночно-клубную движуху, как с такими вот выездами. Посидели, поболтали, там тренер, не тренер, там вот обсудили, все впечатлениями поделились, там поели сосисочки, разошлись. Ну, такая вот, прям вот атмосферная, такая камерная, в чем-то ламповая клубная движуха. Собственно, как это во всем мире происходит. Джентльмен Драйверс. Вообще-то да, потому что я не устаю об этом говорить везде и всегда с глазами сумасшедшего, что, конечно, во всем мире вот этой клубной движухи гоночной, она такой истинной гоночной, ее, конечно, намного больше, и она намного более развитая, намного более крутая по факту, чем весь этот профессиональный пафосный спорт, который как бы напичкан исключительно баблом, там, напыщенными курицами какими-то, там, значит, вот этими всякими модниками и типа там топ-драйверами, да, ну, конечно. Вот, а остальные, ну, весь драйв, весь истинный дух гонок, вот этот вот весь кайф и кураж, он, естественно, где-то вот здесь внизу. Ну и, наверное, там самый пример, конечно же, это Великобритания, где, мне кажется, там просто везде просто все это в старых гоночных трассах, в каких-то гонках, на каких-то просто лоукостерах, там, на каких-то там доисторических каких-то машинах, там, главное, что там, не знаю, Фиат Пунто, там, не знаю, на чем они там гоняются, на всем чем угодно, лишь бы ехало. Вот. И, конечно, это очень круто всегда, когда есть какие-то единомышленники, с ними можно посидеть. Понятно, что там с величины большого города это удобно говорить, да, когда у нас там вот в том же там Новосибирске, по сути, ни хрена нету, да, хотя, казалось бы, большой город. Но, тем не менее, там, да, в районе там Петербурга, Москвы и какого-то ближайших вот пригородов все-таки какую-то такую движуху уж точно можно организовывать. И это прикольно, это интересно, ну и, безусловно, сама техника. То есть я давно очень хотел посмотреть на что это такое, но все как-то случай не предвиделся, знаешь, как-то ждал все, что как-то на халяву перепадет, но так и не перепало. Вот, поэтому пришлось за свои, так сказать, честно заработанные, но тем не менее это все-таки все юмор. Я, конечно, просто сам по себе хотел понять, что это такое. Честно скажу, ни на чем подобном в своей жизни никогда не ездил. А то есть вот спецификация какая? Ну, для тех, кто... Ну, там мотор вазовский стоит. Да, порядка, по-моему, порядка 180 сил они с него вроде как снимают. Коробка, ну, коробка так, примерно обычная стоит. Да, обычно, потом веса, по-моему, 510 килограмм, ну, или там 600, в общем, условно, да, говоря. И в задний привод. Вот. Никакой вот тебе вот электроники, такая... никаких тебе трекшн-контролей, АБСов, система курсовой стабилизации. Я тебе больше скажу, даже вакуумного усилителя тормозов. Это прекрасно. И гидрочанец, само собой. Да, вот. И, конечно, ну, вот это, знаешь... Да. Вот. И все это вкупе, когда у тебя еще низкий центр тяжести, ты сидишь, по сути, на улице. То есть, знаешь, у меня единовременно было какое-то огромное количество новых вот этих впечатлений, потому что, ну, как бы, понятно, там я ездил опять, ну, пускай в прокате, но на спортивном карте, там, да, на том же Ротоксе. Казет, там, к сожалению... ну, нечто похожее есть, но та штука еще хуже тебе делает, еще больнее. То есть, прям, когда ты садишься в Ротекс, я уж не знаю, что там с казетом, я еще до этого не дошел. Ну, у меня и форма не та, я все-таки мечтаю немножко подтянуться, чтобы помучить себя более адским картингом. Но когда ты садишься в Ротекс, ты понимаешь, что, ну, как бы, эта штука тебя насилует. Она реально просто издевается над тобой, и, как бы, это, ну, это довольно такое. Ну, это надо прям подготовленным к этому подходить. А здесь нечто похожее. Потому что, особенно вот у нас сейчас на автодроме, он, к сожалению, стал довольно качкаряв, и там, ну, очень сложно ехать, ну, и плюс был сильнейший ветер, чем очень часто вот эта местность там, значит, примечательна. И ты едешь, и ты прям чувствуешь, мало того, что машину сдувает, так тебе еще и голову сдувает. И не только назад, потому что ты как бы... у тебя естественное сопротивление воздуха, это твой шлем просто вообще. А тебя еще и в бок ветром сдувает, то есть ты вот так вот, перекосив лицо, как-то пытаешься, значит, удержаться еще каким-то образом там за руль. При этом ты как бы у тебя жестко... вот, то есть у тебя прям связь с асфальтом, она вот здесь, она прямая, она вот... То есть у тебя торможение, ты опять-таки там... Да, все мы привыкшие к всяким там гидравлическим и прочим штуковинам, продавливать педаль тормоза. Безусловно, это круче, потому что ты, как бы, когда мозг настраивается, ты начинаешь исключительно своей ногой контролировать торможение, то есть это не больше ни от чего это не зависит. Ты понимаешь, когда нужно как давить, и ты можешь это как-то там дозировать, то есть ты это прям, ну, управление машиной становится совсем другим. Но первые ощущения какие-то просто безумные. Ну, меня, конечно, больше всего поразило это, знаешь, как, я не знаю, как это правильно описать, это ощущение, когда, особенно в поворотах, то есть вот ощущение относительно не машины, не там каких-то физических свойств, а именно вот как твое туловище, как твоя тушка ощущает себя именно во время езды. То есть насколько вот какие-то странные внутренние ощущения, какой-то там, ну, не невесомости, но это какое-то все, вот какое-то... Я потом понял, что, знаешь, я вышел, я вроде как вначале сильно не устал, потом понял, что у меня болит немножко нога, причем левая, как-то, видимо, не очень удобно было там выжимать сцепление, и, по-моему, левая рука. А потом постепенно начала приходить усталость, и в какой-то момент я понял, что, типа, я вообще как во сне все эти там... Сколько 20 минут? 10-15? 20 минут, то есть 12 кругов по автодрому. Вот, из них я, наверное... Слушай, ну, так как это был первый опыт, было довольно тяжело поехать сразу, но я там первые круга там... Ну ладно, я хотел 2 проехать, но, по-моему, я первый круг проехал в полгаза, со второго уже пытался валить, насколько это было возможно. Лучшее время, по-моему, проехал где-то в середине. Потом уже, знаешь, это из серии, когда ты видишь там, ну, там стоит телеметрия у тебя встроена, и ты как бы видишь прямо на приборной доске, там у тебя, соответственно, в циферках отображается, как бы, опережаешь ты свое собственное время или нет относительно прошлого круга, или относительно лучшего, я сейчас не знаю. И когда ты увидел, что у тебя прям сильное такое превышение, такое, отлично, теперь я буду пробовать дальше, типа, я теперь могу валить. И ты пытаешься, типа, в разных местах пробовать ехать по-другому, там, не знаю, позже тормозить, заходить по-другому, искать какие-то траектории, и, конечно, в этот момент, наоборот, начинается больше. Ну, то есть это уже началась такая игра, и ты больше ошибаешься, поэтому какое-то лучшее время там мое было показано где-то в середине. Но я говорю, я вылез, такое ощущение, что ты как бы реально во сне все это делал, потому что все на каких-то вот этих инстинктах, на каких-то эмоциях. Ну, короче, это очень задорно, это очень, это прям, блин, ну... Это не сравнить, вот честно, я туда ехал, причем я собирался прокатиться на своей машине тоже. Достал из гаража свой корч, но... Ну, как ты правильно пошутил, я же на BMW езжу, поэтому по дороге у меня зарядка закончилась просто. Генератор что-то решил, что не надо. Вот. При этом, как бы, забавный факт, что машина довезла меня вначале через весь город там, до автодрома, потом с автодрома довезла меня до гаража, и в общей сложности, наверное, работала часа, наверное, 2, там, может, 1,5 там, на аккумуляторе, и при этом как бы мы там с другом подъезжаем к воротам гаража, я их открываю, и машина глохнет. То есть это, знаешь, это вот классика. Это просто вообще. Я ее 3 раза поцеловал, это было очень весело. Короче, вот, я собирался вроде когда еще покататься, но вот когда я туда ехал, я понимал, что я еду в таком как бы трек-туле, я еду в своем таком, значит, жестком автомобиле. Когда мы с автодрома выезжали, я понял, что я в лимузине просто еду. У меня было ощущение, что у меня просто максимально комфортная подвеска, у меня максимально комфортные сиденья там и так далее. Короче, блин, очень давно хотел хотел попробовать. Это, конечно, не открытые колеса, да, то есть все-таки они как бы немножко другое, но тем не менее это открытый кузов, ты сидишь как бы... У тебя нет дверей, у тебя нет лобовика, у тебя нет крыши, у тебя дуга над головой и привет. И сишь ты на асфальте, по большому счету. По сути, да, и при этом ты разгоняешься там, да, там минимум 180, по-моему, как бы люди разгонялись. Соответственно, такое как бы, ну вот, и потом еще тормозить надо, а нога упирается не в педаль тормоза, а в бетонную стену, потому что ее надо продавливать как бы. Ну, то есть вот это вот все. Ощущения, конечно, окологоночные, прям такие максимально. Попытался из себя выжить максимум, ну, не как максимум, при этом все равно все-таки техника прокатная, и нищебродный мозг говорит, что чужую технику... Ну, во-первых, в принципе, отношение к чужим вещам такое, что, ну, зачем портить хорошую вещь, да, как бы бережно. И, во-вторых, все-таки еще как бы понимаешь, что, ну, и это может еще и по карману ударить, поэтому, конечно, излишне как-то где-то там не рвешь машину, не рвешь себя и не ломаешь трассу, но, тем не менее, ну, на каком-то таком старался проехать в хорошем темпе, вроде как даже получилось, поэтому с нетерпением теперь жду прихода, точнее, возвращения Егоры. Очень хотелось бы там тоже себя почувствовать. Причем говорят, что на автодроме страшнее, потому что на автодроме у нас такой, знаешь, особо зон безопасности нету, а там какой-то чипыжник растет по углам, там, знаешь, чуть ли не ямы какие-то могут найтись, там, там шутки из серии, что вылетел, наткнулся на арматуру. Там, поэтому очень не хотелось вылетать. А говорят, что на Егоре как бы, ну, в этом плане себя спокойнее ощущаешь, потому что зоны вылета большие. Ну, выехал из поворота чуть шире, ошибся с торможением, ну, там, как бы, действительно, пошире проехал, да поехал дальше. Ну, просто круг себе запорол. А здесь прямо улетать в чепыжник не хочется. Вот, при всем уважении к автодрому. И, типа, ты такой, ну, окей. Теперь, короче, жду не дождусь. Очень хочется вот это еще раз ощутить, потому что это чистый кайф, это чистый адреналин, чистая скорость, слезы счастья по щекам, вот это вот все. И, да, вот сидишь с жопой на асфальте, при этом все вокруг ревет, звук просто сумасшедший, ветром тебя сбивает. Ну, конечно, остаток недели я провел, мучаясь от боли во всех возможных мышцах туловища, потому что все-таки оно такое говорит: не, ну ты же нас давно не баловал ничем, кроме там, не знаю. Вот, поэтому, но, блин, у кого есть возможность, кто хочет попробовать, обязательно прям бегом копите денежки, чтобы потом они превратились в эмоции, потому что жизнь одна, а эмоции, они... Это то, собственно, ради чего, мне кажется, мы частенько и живем. Что потом можно вспомнить, что потом можно рассказать. И ты это ощущаешь, и это тебя возвращает в какие-то твои там вот эти былые года. Тебе становится весело, интересно. И я прям... Я реально был счастлив. То есть у меня, говорю, у меня пока... Я очень боюсь сглазить, очень не хочется, чтобы это как-то там остановилось. Но у меня пока ком такой набирается. Знаешь, вот, если до этого копился ком негатива, то сейчас он такой в положительную сторону уйдет. И я уверен, что никто меня с этого пути уже не сможет сбить. Ну, я очень надеюсь. Все, вот, все, кстати, будет отлично. Буквально, да, маленькую еще фразу вставлю. Вот я тоже, ну, я не был в Сочи. У меня не было, к сожалению, тестов, как у тебя вот удалось с шорткатом. Но вот почему-то начало осени крайне позитивное. Вот конец лета самый, и почему-то прям резко поменялось настроение, хотя, казалось бы, ну, лето вроде же как, погода хорошая, солнце, а нет, вот именно в конце лета и начало осени, вот сейчас вот уже октябрь, уже середина октября, а настроение прям кайфовое. И с чем это связано, я так и не понял. Просто вот все. Ну, погода, может быть, все-таки, опять-таки, знаешь, вот у нас прям отличная вообще. Нет, ну, у меня, ну, я не знаю, ну, тут снег шел на днях, в принципе. Ну, на выходных плюс 10 обещают. Сейчас плюс 2, наверное, где-то, или, может, 0, а может, минус 2, я не знаю. Нет, просто вот как-то все вот, есть что-то позитивное в жизни, есть что-то приятное, кто-то поднимает настроение, в общем, все здорово. Ну, как говорится, за позитив. За позитив, да. Да, давай, не очень правильно сейчас сделал, надо было начать с того, что вдруг кто-то совсем не понимает, о чем речь. Шорткат — это российского производства техника, это клона всем известного Lotus 7, Lotus, то есть Super это такая 7, Caterham, букашечка такая, Беркин. Да, вот. Господи, там их еще и куча всего просто. Ну вот, если я не ошибаюсь, вот это вот произведение компании DK Racing московской, оно скопировано, по-моему, с какой-то французской, что ли, версии. Я не знаю, как она называется. Их была куча версий просто. Вот в том-то и дело, да. То есть это такое, по сути, это можно даже сейчас заказать даже в Англии. Тебе киткатом это привезут. Киткатом. Хорошо сказал. Как печенюшкой такой. Да? Привезут, и ты это сам соберешь, например, и, собственно, даже у нас можно купить. И главное, самое смешное, что в России стоит столько же, сколько там оригинальный Катерхам. Ну, вот нет. Такое у нас ценообразование. А уже да. Ну нет, подожди, нет. Мы тут уже буквально шорткат мы обсуждали. Есть свободная машина на ноябрь, она стоит 1 980 000. рублей. Ну, 2 миллиона рублей, да. 20 тысяч фунтов. Которых хам оригинальный. 20 тысяч фунтов. Я тебе могу сейчас прислать ссылку. 20 тысяч. Это с каким мотором? Умножь на 100. Двухлитровый тампон какой-то. Двухлитровый, ладно, хорошо. 20 тысяч фунтов, окей. Фунт у нас 100 с копеечками. Плюс доставка. Ну, это уже другое, но тем не менее, сам факт цены машины, это абсолютно разные две машины будут, но стоят они одинаково. Ну ладно, все, это уже ладно, современная лирика, рыночная экономика. Да. Да, мы об этом не будем ничего говорить. Короче, я предлагаю на этой торжественной ноте переходить. Зачем мы тут, собственно? Уже прошло 40 минут, куда переходить? Прекрасно, осталось 20, расходимся. 20 как бы и расходимся, да, даже 20 уже не осталось. Вообще 40, ну давайте, что, Тимур, вы скажете нам про прекраснейшее событие, которое произошло в Турции? Я буквально вот сразу могу сказать, что я не понимаю людей, которые ноют. Я понимаю, что нас сезон разбаловал, что мы привыкли к каким-то фееричным гонкам. Но гонка-то была классная. Она держала в напряжении, она была достаточно нервной, потому что было непонятно, что делать, просохнет, не просохнет, скользко, не скользко, местами... Блин, ну полная опять... Прикинь, как они охренели. Вроде просохло, а все равно скользко. Скользко, да? Потому что ты не асфальт, который... В смысле, вот... мы же едем просто уже, ну, тут цикл держак уже. А нет, не работает. Ни хрена, да. То есть, и несмотря на то, что вот там вроде как была новость, что за пару недель до Гран-при там каким-то кархером или чем-то там пытались эти смолы сбить, там асфальт отмыть, очистить. Ну, вроде стало лучше, конечно. Зубными щетками, знаешь, сидели такие. Это, армейские наши взяли. Пацаны, дело есть. Берите зубные щетки, пойдемте до обеда чистить. Ну так вот. Не, пацаны, ходите в Турцию слетать. Ребята самые лучшие полетят в Турцию. Куда? В Стамбул. Да вы что, да. На гонки поедем смотреть. Правда, конечно, правда. Каждому выдали по 3 щеточки и понеслась. Ну, на самом деле, отмыли же, потому что, как ты знаешь, это Турция, она такая странная вещь. Если бы это был какой-нибудь, знаешь, Китай, и ты такой, как будто какая-то подделка. Все у них все время как-то странно, все время по-разному получается. Знаешь, типа, две одинаковых вещи, и типа вот... Ты что, никогда не покупал турецкие левайсы на рынке? Я тебе больше, я в Турции никогда не был. Я вот тоже. По поводу, кстати, китайских вещей, пока вспомнил, я же тут опять, да, анонсировал в прошлый раз... типа первый выпуск живого такого подкаста, но, к сожалению, не срослось, и, собственно, и по времени у меня, и что-то я потом с оборудованием тут сидел, химичил, значит. Так что, ну, эксклюзивчик про судьбу судьи на Формуле-1 мы еще обязательно выпустим, но чуть попозже. И я, короче, что-то с оборудованием химичил, у меня как-то второй микрофон не включался, я еще не до конца все купил, но у меня, типа, были куплены, по сути, два одинаковых китайских микрофона, как будто бы они там эти самые конденсаторные, понятно, что все это не пойми, как работает, но вроде как там с фантомным питанием начинает что-то выручить. В общем, все это как бы нормально, но прикол в чем, что у меня был один более старый, на который я даже когда-то давно-давно там ролики записывал еще, вот, а потом я к нему докупил второй, ну, чтобы они были уже одинаковые, чтобы как бы бюджетными средствами собрать такую микро-перевозную студию, типа микшер, несколько микрофонов, все это подсоединил, воткнул там и понеслась запись. Короче, абсолютно два одинаковых микрофона, один куплен чуть позже. А я сразу хотел несколько купить, но что-то тогда с деньгами было не очень, и я как-то купил один еще дополнительно. У меня стало их два типа. И, короче, записываю на один. Ну, вроде как нормально. Частотка идет, все туда-сюда, плюс-минус, послушал, все хорошо. Записываю второй. Выглядит очень странно. Пишет как-то вообще, вот как будто бы куда-то в космос кто-то разговаривает, и все это как-то в один бок сваливается. Выглядит интересно, необычно. Я такой, понятно, две одинаковых вещи, казалось бы. Так вот, я к чему? Вот... Если бы это вот Гран-при Турции, это был Китай, я бы понимал, потому что это как бы вроде одно и то же, но все время разное. А тут у нас прошлый год был вообще как бы нонсенсом, да, там никто не ожидал, но было весело, по крайней мере. То есть люди, собственно, по светлу, по суху ехали как по льду. И это было как бы очень забавно. Да, в прошлом году я тоже не ожидал. Да, когда все подменили, и по итогу, сука, я никуда не поехал. А в этом году полные трибуны. Я почему-то был уверен, что там отменено все. И когда я увидел в трансляции... Все а я почему-то был уверен, на чем надо было ехать. Говорят, русских много было. Вот. А я что-то, знаешь, это самое. Я такой, типа, офигел реально, что когда я увидел полные трибуны, еще сказали, что их там так много людей, что вообще с ума сойти. Так не суть. Гонщики начали жаловаться на передержак. Сказали, ни хрена себе, типа, ну, прям больно, прям не хочу ехать, ну, все, резине больно, машине больно, и у меня щи свело, так сказать. И тут же мы думаем, ну, сейчас, конечно, что тут будет? Ну, посмотрим, ладно, посмотрим, насколько вы выносливые. Тут же вроде как и дождь обещали, тут же он вроде и был, потом его опять не было, и при этом какая-то вот эта непонятная температура и какой-то вот непонятный асфальт, что он И я говорю, что ну как... У него вода с него не уходит. То есть она высыхает медленно, потому что ну особо не жарко уже. Октябрь, Турция, там температура-то в принципе средняя, там градусов, по-моему, 15-17 было, то есть, а еще без солнца, то есть, а куда что испаряться-то будет? Асфальт-то холодный. И, в общем-то, получили кайфов. Ну, причем, а вообще-то до гонки изначально это была такая тема, что дождя не будет. Типа, что, ребята, квалификация, да, а вот перед гонкой ничего не будет. Все сдуло, все улетело, и будет сухая гонка. Тут показывают петры кадры, я такой думаю, вот оно, сейчас-то будет месиво. Просто сейчас, мне кажется, будет ураган вообще. Сейчас просто будет какая-то чушня. Похлеще еще, думаю, там же первый поворот, второй поворот еще классный, думаю, сейчас будет... Какая-то прям Сочи, но скорее всего с трэшем еще. Потому что трасса-то, вот ты правильно сказал в обзоре, там плоская, здесь не плоская. Думаю, сейчас будет Кигельбан. Ну, нет, в принципе получилось. Пенсионера испанского развернули и пошло-поехало. Ну ладно, про гонку в целом. А что про гонку в целом? Кайфовая гонка. Да круто, вот в том-то дело, да, я тоже не понимаю. Началось, даже... вот, что там было смотреть, я наконец-то уснул, опять 100 лет не засыпал. Я не знаю, где вы самую гонку скучную сезон. Может, вы не тот канал включили, там что-то другое, что ли? Напряг прям от начала до конца вообще. И это вот, ну, действительно, вот прям вот, блин, может пойти дождь, может не пойти. Когда кто... А слышишь, они тоже же, они едут прям, они видят, что сухая трасса, ну, сухая. Ты видел на прямике, на старт-финиш там? Все же к стенке, лишь бы хоть как-то куда-то в лужу заехать, куда-то хоть никто не, но никто не решается быть первым, потому что действительно вот эта температура, непонятно, что с этим делать. Потом нашелся у нас все-таки один сомельчак. Мы поем ему, конечно, самый вообще... Это будет, мне кажется... Через столетия потомки поймут, насколько это было просто уникально, круто, невероятно. Слушай, ну а что не попробовать? Ну, откровенно, Феттель ни за что не боролся. Ну, вот прям глобально. Ну, за какое-то там 1-2 очка, может быть. А вдруг? Тут же как бы панель пропал. Можно же рискнуть, можно же все поставить, все фишечки на какое-нибудь там красное, черное, желтое, как в итоге получилось. Поэтому, ну, не сработало. Хотя было, конечно, красиво. Потому что я когда тоже смотрел Матч ТВ, и тут я понимаю, что на камере как бы, блин, ну это не промежуток, это не зеленый цвет ободочков. Думаю, что происходит. Потом смотрю, что Феттель начинает падать. Думаю, ну понятно, ладно. Не пошло никуда. Причем, да, казалось бы, почему не софт, кстати, да. Но, не, я думаю, знаешь, с чем связано? Потому что как раз-таки они боялись того, что, помня, какой был передержак и насколько быстро умирал софт, они подумали, что в таких условиях, возможно, опять-таки, если сейчас, ну, как бы... Заработает, типа, то умрет через 2 круга. Да, и какой смысл его, типа, ставить? Поэтому был выбор, видимо, все-таки сделан на медиум, чтобы вот он более-менее там через несколько кругов разогрелся, и дальше можно спокойно валить и попробовать там сделать какое-то феноменальное чудо. Но, типа, просто первые же повороты сказали о том, что, к сожалению, это нереально. То есть это был тот же самый каток, как в прошлом году, только еще и при этом местами подмоченный, еще и температура вот эта прохладная, еще и все равно состав, видимо, асфальта, ну, как не сказать состав асфальта, но само по себе покрытие несколько изменилось, и в итоге непредсказуемая хрень абсолютно. А еще как конечно, красиво Феттель на питлейн заезжал. Это просто вообще это... Дали угла чуть-чуть, хорошо, но хоть не разбился на самом деле. Ну да, но видно было, насколько аккуратно он едет. Вообще, вот у меня вся гонка прошла немножечко под таким вот флагом, что все аккуратничали ощущения, то есть все прям... Да, были какие-то у нас сражения, были какие-то, мы видели, там кто-то старался ехать чуть быстрее, там ставить какие-то хорошие времена, но по ощущениям как-то всю гонку все аккуратничали, лишь бы вот, ну, действительно, не напороть, значит, какие-то горячки. Надо довести вот уже, что есть, там плюс-минус, что, может, чего-то играем, но в целом... Ну его нахер. Потому что, ну опять-таки, а вдруг просохнет, и сейчас повалим, как бы. Поэтому здесь пока по чуть-чуть. Но вот чудо не случилось, и второй год подряд Турция, она такая очень загадочная. Знаешь, как эти вот женщины, вот как-то в паранже, да, только глаза видно, как бы, и все. Вот то же самое, то есть натуральная Турция. Как там называется, не помню точно. Да. Вот, и вот... Натуральная Турция, получается. То есть вроде как глазки показала, чё там, кто там, чё непонятно. Вот, кстати, про чудо. Раз уж у нас такой достаточно обзор получается каким-то рваным, ну мы просто за все хватаемся подряд, да и просто обсуждаем, что есть. Ну про чудо, ну Мик, насколько ж твою ж хорош. Получилось, собрал, я не знаю, это... то есть как, за счет чего там дождевые, какие-то супер дождевые настройки были там или еще что-то, как у него это получилось. Но вот, кстати... Я, кстати, к стыду своему не пересмотрел. Надо найти анборд, посмотреть. Потому что, знаешь, возможно, это было из серии, как сделал Джордж Рассел в СПА, когда он тупо один поворот прошел, ну, настолько быстрее, что только за счет него отыграл вот все вот это вот там... возможно. Большое количество времени. Поэтому, знаешь, может быть, у Мика где-то получилось там просто на грани пройти какую-нибудь там связочку, и это дало там лишнюю там реально там полсекунды или сколько там хватило бы. Ну, короче, Чертковский хороший. И вообще, кстати, сейчас про Мика тоже... Получилось. Небольших буквально, да, раз уж про него начали говорить. Конечно, гонку ему испортил Алонсо. Все тот же пенсионер, да, буйный. После первого разворота, видимо, чуть-чуть обезумел. Решил, что ладно, молодежь. Там вообще забавно. Он говорит, что он вылетает, все разворачивает. Он начинает довольно так сразу опасно, я бы сказал, выезжать на трассу. От него, значит, шарахается Рассел, в общем-то говоря, отпускает газ. В этот момент как раз Мик там мимо проносится. И Мик там даже неплохо ехал вот этот первый круг. И потом ты смотришь, ничего не происходит. Все спокойно едут. Ну, там начинают альфы там объезжать Мика. Там начинается какая-то возня, значит, какая-то борьба. И вдруг тыдыщ, значит, такой просто... полетела, видно, знаешь, и мимо проезжает такая медленная синяя машина и такая дальше поехала. Ну, кстати, вот этим моментом два, опять же, реакция Алонсо после финиша, но она бесценна. Это вот как раз то, о чем мы с тобой говорили в контексте Феттеля и Шумахера, Мика, само собой. Вот этот вот какие-то, ну, отцовские, что ли, чувства, эти вот подойти обнять, потом такое там интервью настолько приятное, настолько душевное, типа, что я вижу в нем отца. И, кстати говоря, насчет отца и насчет вообще вот... насчет Михаэля вообще, в принципе, яблоко от яблони. Насколько, я, кстати, не знаю, может, специально показывают, может быть, это как-то мне так попадалось, я на это внимание заострил. Но насколько Мик всегда действует так же, заходя в бокс, как делал Михаэль. Проиграл. Хорошо проехал. Он идет, всех обнимает, со всеми поздоровается, ну, там, руку пожмет, еще там кого-то обнимет, там кого-то успокоит, если там кто-то где-то сломался, провалился, еще что-то. После квалификации, естественно, это были просто объятия, там, и чуть ли не слезы счастья. Ну, короче, вот эта вот прям душевность с Миком связанная вот и этот уикенд, и до этого, кстати, это как раз тоже было в Сочи. Ну, как-то, не знаю, очень приятно было смотреть. И вот эта фотография, обнимающая Алонсо и Мика... Нет, это вообще, это отдельное просто это что-то отдельное. Отдельный восторг, да, отдельное какое-то такое очень приятное, душевное... Не знаю, мне прям, вот, я получил большое удовольствие, такое эстетическое даже, думаю, блин, как круто. Окей, подошел, извинился, да, сам виноват, сам косяк, штраф получил, но... Как-то, я даже не знаю, не могу описать по большому счету. Вообще, какие Алонсо чувства испытывает, и вот этот... Ну, мне кажется, блин, они все, конечно, роботы отчасти, там, все гонщики, но, мне кажется, ничего человеческого не чуждо. И вот это понимание, что Алонсо ездил с Шумахером 2000, там, 4-й, 5-й, 6-й, вот это вот. Сколько? 15 лет уже прошло. А тут вот вроде как маленький ездит и... Конечно, не очень, но... Чё есть. Хас насколько позволяет, настолько едем. Короче, до этого он еще ездил и смотрел на какие-то там огни вдалеке. Или на то, как он его на круг там проезжает, да. То, что ты говоришь по поводу отношений вот с командой, ну, все опять-таки, да, объяснимо. Конечно, это, условно говоря, там влияние Михаэля, потому что когда ты маленький, когда ты еще только учишься, растешь там, да, и пытаешься понять эту жизнь, ты же смотришь, и если ну, какие-то вещи ты видишь, как человек делает, ты считаешь их правильными и, ну, как бы думаешь, ну, это же действительно типа, правильно со всеми поговорить, там, со всеми обсудить, там, не знаю, задержаться в боксах, поболтать там с механиками и так далее. И если мы берем там младшего Шумахера, то это вообще естественно, потому что, ну, для него это было как бы, это все-таки отец его. А тот же Феттель, по сути, делает все то же самое очень часто, то есть он не забывает там про свою команду, не забывает про своих механиков и... Опять-таки, да, понятно, он немецкий гонщик, понятно, что он смотрел на Михаэля, когда тот был как бы на пике, а Феттель был еще там маленьким. И опять-таки, я думаю, что что-то такое же ты видишь по телевизору, и как-то это волей-неволей перенимаешь, ты просто начинаешь к этому относиться как к своему уже. Ты, ну, для тебя это как бы норма, и для тебя это как бы хорошее правильное поведение. И, в принципе, ну, как бы, и это, ну, наверное, это правильно. И в этом действительно, по крайней мере, в этом нет ничего плохого. Нет, определенно. Это не копирование плохих вещей, это копирование как бы... Нет, это здорово, мне, наоборот, нравится. Хороших таких, жизненных ценностей. Поддержка какая-то, вот. Ты правильно сказал, про жизненные ценности. Ну, какие-то, короче, остаточки жизни в этом пиранья-клубе, в этом, да, вот в этом паддеке, в этом вот цирке. Круто, что они есть. Немножко остается, это, да, действительно здорово, и люди остаются людьми, и вот эта душевность, она всегда интересна. Так же, как интересна природа вокруг трасс, когда поближе, значит, вот эта техника, вот эти звуки, вот это все к естественному миру, так сказать, и к природе, к живой. Все это очень, очень люблю, в том числе и, конечно, вот подобные вещи, да, какие-то обнимания с Алонсо, это, конечно, молодцы, но, тем не менее, гонку испортил собака, понимаешь? Ну, обидно. Обнимай, не обнимай. Потому что могло что-то... Ну, хоть... мне кажется, понимаешь, ну, нет, не сильно всего, бы продержался. Да. Скорее всего, может быть, даже сам бы ошибся, знаешь, как это, ну, бывает. Там у них что один, что второй, все, вот они учатся, Никита там все по обочинам скачет, и этот тоже норовит все как-нибудь развернуться, поэтому неизвестно, к чему бы еще было дальше, но, по крайней мере, тут есть факт, вот все, сам выбил, за это штраф получил. Вот со штрафом Гасли я как-то совсем не согласен. Я вообще не понял, то есть я... Первый круг. Вообще? Да какой первый круг? Первый поворот. На скользкой мокрой трассе. 3 машины в ряд заходят. Какой штраф вообще? Вы о чем? То есть я когда смотрю, появилось, ну, рассмотрение, думаю, ну сейчас будет, как обычно, там, no further action, и как бы, ну и все, до свидания. 5 секунд за что? То есть там, вот там касание было прям элементарно слабо, вот, возможно, на сухом асфальте даже не развернуло бы, то есть там, возможно, чуть подзакинуло. А тут как-то... Короче, я прям судейств... Да, там, знаешь, там еще от Масси были какие-то такие вот эти... Они же сейчас любят до него докапываться, и он теперь хочет не хочет, и после каждой гонки начинает какие-то объяснения давать. И вот там вот это объяснение, оно было какое-то тоже такое, знаешь, типа, ну, как бы, понимаете, ну, если бы то оно как-то и вроде, ну, чуть-чуть как бы, и тут, а там же Перес внутри, вот если бы Перес там, ну, как бы, он же не стал бы Перес-то вырубать, ну, как бы, там же типа, ну, Хонда там, и... Ну, ты знаешь, такое ощущение, что как будто бы... Он прям умышленно пошел в Алонсо, потому что не пошел в Переса. Типа, Переса можно вышибать, и типа, но он, типа, из старшей команды, поэтому бы никто не сделал. Плюс, короче, какой-то абсолютнейший бред. И сверху на это еще наложилось как раз то, что вот Алонсо так недавно тоже на эту тему, да он всегда очень часто об этом говорит, по поводу там неправомерности судейства, по поводу того, насколько там кто может... относиться и там чуть ли, ну, к... Как это сказать правильно? К твоему флагу, да? То есть вот, смотря под каким флагом ездит гонщик. Условно говоря, там английских пилотов... Национализм какой-то, что ли? Ну, да, типа, ну, что... Англичане же бьют себя всегда пяткой в грудь и говорят, что автоспорт — это вообще их, и поэтому, типа, вот и вся пресса, да, и вот это... И вся пресса, и судьи, да, все, короче, топят всегда только за англичан. И, знаешь, такое ощущение, что на фоне этого таки подумали, если бы сейчас еще и Алонсо бы тут, значит, ну, в этот момент не поднял, ну, он бы точно там еще что-нибудь наговорил бы, сказал, вот видели, вот этот там французишка меня развернул, а вы ему ничего не сказали, а я тут это самое, плюс он так еще что-то поговорил. Ну, короче, не знаю, это какой-то, знаешь, это вот... Как-то, что, ну, теперь уступать места пенсионерам надо, что ли? Ну, так в трамвае, пожалуйста, но не на гоночной же трассе, поэтому, как бы, ну, очень странно, я, ну, как бы, ну, ладно, окей, ну, поменьше, типа, подумали, что поменьше шума от Алонсо будет, не дождетесь, он еще свое нагудит там вам, поэтому я вот, честно... Кстати, вот, слушай, вспоминая буквально Алонсо времен Макларен Хонды, вот, буквально событие-то скольки лет недавности, я немного скучаю по Алонсо в плане, где саркастичные шутки, где хоть какой-то стёб. Я понимаю, что как бы сейчас на тему моторов и машины шутить как бы, ну, вроде не приходится. Машина едет, там, в квалификации везет, в гонке везет. Ну, давай хоть что-нибудь, дед, ты чё, заснул ты? Ну, не хватает шуток. Такими только он опять с водой, опять у него что-то случилось. Какого хрена, ребят? Неужели так сложно шланг воткнуть? Блин, просто в бутылку. Ну что происходит? Уже не в первый раз. Самая простая часть этого чертова болида. Да. Вы просто не можете подключить воду. Слушай, я, кстати, понимаю его негодование, потому что, ну, как бы, извините, 2 часа ехать, ну, вот во всем вот этом вот, ну, как бы жарко, между прочим. Проклятие Кими и водички. Просто какой-то кошмар. Сколько раз случалось. И, конечно, поле не пахано для шуток про Кими и водочку в этот момент. Что, как может, почему Кими негодует? Потому что водочка не поступает вовремя, и ехать невозможно. Теряется, так сказать, ощущение, теряется скорость. Вот, невозможно. Давно бы, вот, Серж, и вот, в комбез бы грелку зашил бы и капельницу поставил. В том-то и дело. Вот, хотя бы коньячок. Че же все, водочка да водочка. В общем, да, и это было, да, очень забавно. И такие вот мелочи, знаешь, вот эти вот окон, который всю гонку проехал на одном комплекте, непонятно, когда ехал. Ну, там, конечно, такое пятно, знаешь, как будто где-то перетормозил. Но его так прям еще выхватили прям кадром таким, типа, смотрите, на каких ошметках доехал. Нет, ну, доехал. С другой стороны, понимаешь, перетормозил, хорошо. То есть у тебя там же видно прям, то есть она шина многослойная, и видно, что одного слоя стало меньше. Ну, а представь, где-нибудь еще перетормозил бы, и еще бы не осталось. Или как он у Льюиса в свое время, или у кого там, подожди, у кого в Сильверстоне, у Льюиса. Он же умеет финишировать, да, на полумашинах. Поэтому никто не был застрахован. Но это круто на самом деле. То есть, ну, такой подвиг оправдался. Летний рекорд, да? Ну, 97-го года. 24 года, да? Да, 24 года Мика Сала. Слушай, я, кстати, вот на самом деле, пока и Попов об этом не сказал, я не знал, кстати говоря, что есть это правило, что на промежуточных ты можешь ехать всю гонку. Да в смысле, камон? Чё? Как не знал? А я не знаю, я просто... Ну, видишь, опять же, таких ситуаций просто не случалось. Не-не, не то, что на промежуточных, а если у тебя... Ну, то есть у них есть обязательное правило, что минимум один раз должны быть два разных комплекта. Да-да-да. Можешь больше, но меньше нельзя. Типа это логично. Логично. Но просто... как только сменяются условия какие-то, точнее, они становятся как бы, назовем их типа нетипичными. Как только хоть кто-нибудь выехал на дождевой резине, какой бы либо то ни было, соответственно, это правило как бы автоматически аннулируется, потому что и так у нас совершенно другой, то есть уже будет использован какой-то необязательный комплект. Поэтому как бы оно автоматически снимается, а там уже дело ваше. Просто никто никогда не пытался так проехать. Да. Потому что, ну, как бы довольно сложно, а тут вот как-то все совпало. Вот этот вот и... Вроде и воды нету, но при этом и держака нету, и погода холодная, и как бы на каких-то вот последних таких вот ошметочках, на последнем дыхании этой резины они как-то дотянули. Дотянул либо Хэмилтон, очень как бы тоже спорно. Я даже но с другой стороны... Он, может быть, знаешь, и дотянул бы, но вопрос, сколько бы он терял времени на последних кругах. То есть, а там, мне кажется, по секунду по 3-4 можно было терять смело. Ну, вот здесь тогда типа просто... Реально гадание на кофейной гуще. Здесь тогда просто стопроцентная ошибка, когда нужно было заезжать тогда, когда заезжали все. И дальше на уже свежих резине относительно, да, уже показывать скилл, как бы, и дальше прорываться. То есть он относительно своих конкурентов ничего не потерял, да. Феноменально вообще Mercedes ехал в Турции. И поэтому ты бы ничего не потерял. А тут вначале пытаться, потом уже доедешь, не доедешь, потом вроде на последних кругах, да, там на совсем последнем там тоже какой-то, ну, я имею в виду последним перед заездом в боксы было какой-то там, ну, видишь, резко... Это опять же, это вот эти вот странные условия и странная трасса. Когда ты едешь впереди, как ехал Макс, как ехал Ботас. Ботас молодец. Вообще... Просто вообще никаких абсолютно, даже не знаю, даже пошутить. А ничего не скажешь, отлично. Просто сел, поехал, доехал. Когда ты едешь первым, ты выбираешь консервативную тактику, и ты на ней едешь. Ну, как бы, потому что все, то есть, ну, ты едешь, все, как бы, все сделали вокруг так же, и все прекрасно. А вот этот вот момент, когда ты потенциально можешь что-то отыграть, но тебе нужно где-то как-то рискнуть, а вот как рискнуть, оно непонятно. Опять же, это вот как Феттель рискнул, понятно, да, то есть слики, ну, не заработали. И вот здесь, ну, это всегда сложно. Это, в принципе, по большому счету, как было, ну, условно можно провести параллель, как было в Сочи. Когда тоже Льюис просто ориентировался по Норрису, как бы, и плюс-минус, ну, было понятно. А Норрису мне сложно было понимать вообще, что будет происходить. Так же здесь и Льюису. Вроде впереди все переобулись. Ага, можно попробовать их догнать, потому что не перебывать шины. А можно было вообще все проиграть, по большому счету, где-нибудь там в граве застрять или просто вообще вылететь. Тут хоть как-то какие-то очки отыграл. Ну, короче, сложно, но это и прикольно. Это вот прям классно и здорово, что вот мы видим стратегов, которые... А что делать-то? А куда бежать-то? То есть это, причем не говорим сейчас про стратегов Феррари. А в принципе, то есть все реально сидели, чесали репу. Черт, а что делать, чтобы хоть как-то, ну, что-то отыграть? Может, здесь сейчас засуетить что-то получится? Ну, год получился. Ну, вот Williams, кстати говоря, я вообще не ожидал. Потому что Williams приучили, что едут в дождь хорошо. Вот в таких вот каких-то влажных условиях. А тут какой-то прям вообще провал. Ну вот, потому что это и не были такие толком влажные условия. То есть это была вот Это была не сухая, но и не мокрая трасса. Это такое, да, это нечто среднее, поэтому как бы на этих шинах уже держак пошел, как бы все едут, условно говоря, на их пределе там. Дальше уже как работает шасси. Может быть, у них там конкретно с промежутками, ну, не так было хорошо, вот именно именно конкретно таких условиях. То есть, если бы было там скользкое покрытие с водой именно, то, может быть, по-другому бы себя вела. А тут как бы сухой асфальт, просто скользкий какой-то. Так что здесь более-менее так еще все. Ну, это скорее был гонка ближе к сухой, чем к мокрой, поэтому, ну, что, не могли ничего там толком потом сделать. Ну, в общем-то, да, там. И поэтому, по сути, где стартовали, там, можно сказать, и финишировали. Ничего особо не изменилось. Я вот еще последнее, что хотел обсудить, это, конечно, две дуэли с Хэмилтоном, потому что вроде как больше такого особо ничего не... Потому что Макс как-то посредственно, на мой взгляд, проехал. Ну, то есть, ни туда, ни сюда. То есть, какого-то особого темпа. Вообще, кстати, на самом деле интересно. Я сейчас, раз уж, подожди, про Макса начали говорить и, в принципе, про Red Bull. То вообще интересно, ну ты же, да, в курсе вот этих всех воплей, типа что-то с Мерседесом случилось, ну это вот по части Хельмута Марка и Хорнера, типа что-то они такое сделали, что, а какого хрена стала такая разница у нас в моторах? И буквально, кстати, вот сегодня я читал статью, она вышла, наверное, ну вот ранним вечером, плюс-минус по моему времени, но у вас там обед было, что ФИА все проверили в Мерседесе, и типа никаких претензий нету, типа все легально, все работает, как бы, ну ребят, извините. И я сейчас опять же запутался уже, конечно, во всех этих именах, фамилиях зарубежных журналистов. Ну, кто-то с известной фамилией. Потому что за рубежом у нас много журналистов. Хорошая шутка, мне нравится. Короче говоря, очень было интересное мнение, что все подтянулись, кроме Red Bull'а. Да-да-да, я думал, ты сейчас закончишь, я скажу, а ты не заметил, что кроме, то есть реально у все улучшились, все улучшились, а Red Bull нет. Почему-то нет, то есть и реально, по большому счету, Макс даже не претендовал на победу, то есть Ботас как тронулся, как начал сразу отъезжать, а после смены шин он еще уехал, там сколько, там отрыв-то прям уже получился, ну, внушительно на самом деле, несмотря на то, что там, опять же, ну, условно все ехали там на сейве, как-то с перестраховками и так далее. Никто особо не лупасил, хотя Ботас умудрился даже быстрый круг поставить в конце гонки. Не знаю, как это сделал, но как-то получилось. Но это вообще классика от Мерседеса. Офигенно, да. Так что... И вот, короче, слушай, да, вот, знаешь, особо обсуждать. Интересно, сейчас закончу мысль. Понятно, что осталось, конечно, всего 6 гонок до конца сезона. Но, а представь, что Red Bull провалится вот в эти 6 гонок, то есть, ну, вот настолько... Ну, то есть, прям, будет обречать там третьими, четвертыми, пятыми, там, шестыми, то есть, там сейчас трассы начинаются эти всякие сложные, там, вот, Мехико, она всегда вообще странная по аэродинамике и по всякой вот этой вот фигне, то, что там высоко где-то в горах проходит. И вот это, мне кажется, реально, если у Red Bull'а, ну, просто представим, ну, не знаю, на секунду, что Red Bull проваливается в оставшиеся 6 гонок, знаешь, какая трагедия будет? Тут... Да, ее с Ферстаппен просто отлупит всех там просто. Тапком. Будет бегать с бейсбольной битой, да. Бить пенсионера с одноглазого. Всех просто подряд. Главное, чтобы Цуноду не убил. Он мне нравится. Да. Ну, кстати, наверное, в Мексике как раз-таки им будет, наверное, все-таки полегче. Так вот, я к чему, да, хотел уже закончить, потому что, к сожалению, нам надо закругляться. Что, ну, такого вот как-то вот вокруг все, ну, какое-то вот такое посредственное, но были прям две настоящих таких дуэли. Одна была, значит, самурайская, где, ну, наконец-то как-то вот мы давно не видели Юки, да, мы видели его в первой гонке, потом он куда-то выходил, там мама за растишкой, наверное, отправила, он ушел, значит, и что-то долго его не было. Вот такой вот чувачок в таком комбинезоне, так комбинезон Юки Цунода, если бы он пришел в Феррари. Вот тебе и трехлетний ребенок. На вырост взял. И, короче, и вот он вернулся тут вроде как, но это выглядело действительно как вот прям такая последняя оборона. О, ты не пройдешь, вот это все. Но по факту... По факту, знаешь, на послевкусии остается как бы такое вот, что типа, да просто у Льюиса еще резина не работала. Ну, типа, она как только у него нормально заработала, он всех начал как орешки проходить просто, и Цуноду этого вашего просто снаружи проехал, просто как бы до свидания. И этих всех остальных, которые, ну, понятно, что шутки про то, да и они так в каждой шутке есть доля шутки, потому что не это, ну, как бы... Да, парни с мотором Мерседес ощущение, что вообще не сопротивлялись. Ну, то есть они просто открывали, говорят, заходи, давай вот сюда, прям проезжай. И удивительно, и Гасли так тоже сделал. То есть ни малейшего намека на то, что можно хоть как-то... Ты вроде как гонщик, и должен как бы сопротивляться. Что нам показывал Алонсо не далее, чем в Венгрии, как бы, да, то есть вот, да, Венгрии, едет во там... Франции. Да, вот едет за нами тут претендент на чемпионство, да, у него машина в 100 раз круче, чем у меня, но я его вертел на одном месте, потому что я как бы гонщик, ну, если ты быстрее, обгони, как бы, это уже старая, известная, затертая до дыр фраза, это как ставшая классикой Формулы-1, как бы, гонок Гран-при. Если такой быстрый, ну, так обогнал бы, что ты, как бы, орешь-то на меня сейчас здесь в боксах, как бы, давай, на трассе обгони меня. Да, я на слабой машине, но попробуй, обгони. Вот, а эти что-то все давай, заходите, Льюис, пожалуйста. Вот. И как-то, ну, нелепо все это выглядело. Но, опять-таки, возвращаемся, видимо, к вопросу о том, что все ехали на сейвах, как бы, и все хотели что-то там куда-то довести. Но, тем не менее, вот Юки сражался, и как бы наплевать, что это было в итоге, да, то есть я к чему веду, что, да, может быть, там и резина не работала, да, там, может быть, самурай все-таки решил, что он самурай, но сколько эмоций нам это подарило, и все такие, все уже, то, кто даже... Там, как я, там уже над Юки там давно стебались и говорили, что, ну, очередной японец там, да. Во! Он такой, да, давайте я вам немножечко эмоций дам. Пусть это было там несколько кругов там, но казалось, что это была вечность. Казалось, что он полгонки. Кстати, сколько кругов он увозил? 4, 5, 6? Вот мне кажется, что... Ну, я могу сейчас ошибаться, я думаю, что нам подскажут, потому что всегда есть люди, которые более внимательны, но у меня ощущение, что я когда последний раз там обращал на это внимание, на табло был уже там 7-й или 8-й круг. И я думал о том, что, ну, как раз к этому времени он, видимо, как-то там... И для меня было такое, что если вот гонка закончится как-то совсем не в пользу Льюиса, то много будут говорить и писать именно о том, что вот эти вот, как про Алонсо говорили, что вот эти несколько кругов, там лишних, там 5-4, оно как раз и сыграло вот эту злую шутку. Но как-то под конец все об этом уже и забыли. Но, блин, зрелище было хорошее. То есть это были неплохие гонки, когда, казалось бы, действительно на более быстрый, на более мощный и более опытный чувак все-таки ничего толком сделать как бы долгое время не мог. Но потом мы увидели вторую часть, так сказать, где уже более опытный чувак. Но, видишь, он умеет, понимаешь, как-то надо же в свою очередь как-то тоже провернуть. То есть вот Льюис сунулся. Потому что возились-то они не так долго с Пересом. Да нет, там буквально полкруга-то по большому счету. Но Перес все очень правильно в свою сторону сделал. То есть он занял абсолютно хорошую траекторию, он занял хорошую оборонительную позицию и в нужный момент, ну, просто выехал шире, потому что, конечно, Льюис на него смещался, потому что физику никто не отменял. И сказал, да, я проехал, я нарушил, ну, куда мне было деваться-то? Ну, как бы врезались бы, ну что, видите, а мы не врезались, и я впереди остался, и опять-таки, да, тут мы увидели уже обратный эффект какой-то, что у Льюиса резина как-то стала похуже работать. И темп начал уже с этого момента как-то падать. Как-то вот... Вообще, ну, опять-таки, да. Промежуточная резина очень интересно работает. Я вот по Турции, это прям ярко было заметно. То есть она работает на круге выезда из боксов, еще где-то +1 круг. Ну, видимо, пока после термочехлов, после грелок она еще теплая. Потом начинает... Да, я тебе больше скажу, она еще как бы, она еще живая, мягкая. А потом они выезжали на... Ну, они ехали мы по сухому, блин, асфальту. Нет, ну я тебе просто она говорю, начинает... что... Мне кажется все-таки, что дело в температуре. Что, во-первых, она, то есть она после чехлов, она была теплая, и 2 круга где-то температура еще держалась. Потом, поскольку асфальт холодный, на улице, в принципе, было достаточно свежо, температура начинала падать. А прогревается она очень долго. И вот этот вот где-то промежуток, наверное, кругов 5-7, ее надо было прогреть. Вот если бы Льюис заехал пораньше, наверное, бы чуть-чуть, наверное, бы получилось достать Леклера. А так у него просто вот этот... Первые 2 круга он его прессинговал, резина остыла, он провалился, откатился там чуть ли не до Гасли, не до Норриса, а потом уже опять она прогрелась, и как бы вот от Гасли потом в конце опять промежуток вырос. Все возможно так, единственное, я бы, наверное, перевернул немножко и думал бы в ту сторону, что температура, наоборот, не падала, а увеличивалась. Что для, наоборот, более критично для дождевой резины это повышенная температура. А от хорошего держака, от хорошего сцепления с асфальтом, которого как бы не должно быть, потому что ты едешь на дождевой резине, она, наоборот, начинает перегреваться. Возможно. Скорее тут все-таки вот в эту сторону. Окей. И пока ты выезжаешь, она еще свежая, у нее еще есть хороший первый слой, ты еще плюс там, вот эта часть трассы, она все-таки была мокрая, а потом ты начинаешь добираться до сухих участков и периодически, то есть въезды-выезды из боксов-то уж точно были мокрые, потому что оно как бы там никто не ездил. Туда никому не надо было практически всю гонку. А тут начинаются сухие траектории, начинается быстрая деградация, как бы вот чуть быстрее, чем у нас с тобой. И как бы в конечном итоге вот она начинает вот как-то вот так вот странно вот так вот работать. Есть держак, нет держака. А потом она у всех отвратительно одинаково начинает работать. И как бы все едут в своем спокойном темпе. Ну и потом какие-нибудь такие чуваки типа Ботаса на последнем круге такие: я на этих ошметках сейчас лучшее время покажу. Ну, просто поехал чуть побыстрее, терять уже как бы тоже видно. Ну, уже доеду, значит, типа, ну, скорее всего. Вот, так что... Но Перес молодец. Однозначно. Вот он наконец-то... Две текилы выиграл. Да видишь, ему как бы, я думаю, что еще и сказали, что типа, чувак, ну вот ради этого мы тебя и брали. То есть это прям показательно, когда в самый нужный момент Перес сделал все очень правильно. То есть он... Не пустил самого главного соперника, и при этом еще сам нигде не ошибся, и еще и приехал, блин, на подиум. И такой у него разрыв такой, там где-то, когда там в Баку там было, да, и тут вот, пожалуйста, в Турции. От Турции до Баку вроде не очень далеко, так что я думаю, что это... Что-то с этим, это какие-то территориальные признаки, да, что-то это должно быть. Азиатские какие-то страны. Что-то такое. Ладно, на этом на сегодня предлагаю завершать, потому что, к сожалению... таковы условия на сегодняшней записи. Но если что-то забыли, напоминайте нам обязательно, пожалуйста, там где-то внизу в комментариях, потому что я думаю, что, наверное, еще что-то можно было бы обсудить, но сегодня как-то так. Увидимся, услышимся, уж не знаю когда, но уж после Гран-при Америки-то уж точно. Да, у нас Остин. Великолепный, кстати, великолепный. Кстати, очень хорошая трасса. Там были хорошие гонки. Она интересная. Первая связочка, опять-таки, это вначале в горочку, потом под горочку. Слепой, потом пошли слева, вот эти змеечки, вот эти скоростные. Вообще. Согласен. Трасса, короче, классная. Дождей говорят, живую классно. Говорят, вживую очень. Знаешь, когда приезжаешь и прям на это все смотришь, оно прям захватывает. Ну, типа. Нет, вообще, то есть... Доехать до Америки, боюсь, сейчас сложнее, чем думаю, до Турции. Короче, будет классно. Я так думаю. Ну из такого, да, что... И дождя, можно сказать, не будет, да. Увы, уже, наверное... Там и так будет прекрасно, потому что она стоит в такой зоне, не сам как-то, сейсмически активней. Вот. И там постоянно какой-то грунт туда-сюда гуляет, короче. Там что-то все время происходит, и трасса периодически сама себя хочет разрушить. Поэтому там... Уже жаловались, как-то было дело, на излишнюю качкарявость. Тут сейчас они что-то там где-то перестилают. Там какой-то кусок трассы опять заменили. Короче, возможно, нас тоже ждут какие-то сюрпризы, связанные с тем, что болиды будут по дороге разваливаться. Просто на этих кочках там просто куски отваливаться будут. Ну и головы болеть у пацанов, и спины. В общем, желаем им, конечно, здоровья. Но главное, что будем надеяться, что нас ждет незабываемое зрелище. Осталось не так уж и много. А может быть, и снова будет смена лидера в чемпионате. Кто знает. Опять-таки, все возможно. Просто потрясающий сезон. Я вообще не помню, когда в последний раз такое было. Вот я не помню такого сезона в принципе. Да и отлично. Вообще идеально. И, кстати, да, еще трасса, с которой пошли эти вот бублики имени Макса Ферстаппена. Вот эти вот сосиски, которые стали класть. Именно там все это началось. Хрен теперь где в приличном месте трассу срежешь. Поналожат своего вот этого. Вот не дают ездить нормальным пацанам. В общем, друзья, спасибо, что любите автоспорт. Спасибо, что смотрите гонки. Спасибо, что слушаете наш подкаст. Сегодня он не самый длинный, но, впрочем, и не самый короткий за всю его историю. Мы продолжаем. Если что-то не так, вы нас уж простите, так уж принято. Можете материть, в современном мире. Писать смс-ки, звонить. Да. Приезжайте, как говорится, посидим. Кидать деньги на карту с гневными сообщениями тоже приветствуется. Да, спасибо, друзья. Спасибо. Увидимся, услышимся. До новых встреч. Всем пока-пока.